Прежде чем мы начнем наш рассказ, давайте поближе познакомимся с главными действующими лицами этой истории и местом, где разворачиваются события. Усадьба Елены Ивановны Поповой. Ну как? Правда симпатичная? Так и хочется зайти в гости. Так чего же мы стоим? Гостиная – лицо дома. Она потому и называется гостиной, что внимательному гостю способна рассказать о хозяевах все, что им знать не положено. Вот, например, рога. Охотничий трофей безвременно усопшего хозяина Николая Михайловича Попова. Он действительно был большим охотником, но только до противоположного пола. И даже сей трофей прикупил за 3 рубля у содержательницы богонеугодного заведения. А вот он и сам, Николай Михайлович. Вернее, один из его собственноручных портретов, изваянный в момент душевного просветления. Вглядитесь в это лицо. Что ни говорите, а тяга к прекрасному принимает иногда поразительные формы. Чувствуете, как разит. И все-таки женщины и искусство были не главными увлечениями свежеприставленного. Главным был Тоби, жеребец редчайшей породы. Настолько редкой, что ни один знаток не решался ее определить. Во всяком случае, в присутствии владельца. Ах, Тоби, Тоби, сиротинушка. А вот и сама хозяйка, Елена Ивановна Попова, вдовствующая помещица предбальзаковского возраста. Женщина хоть куда, хотя куда именно, еще не решила. Томится душа ее, душа песни просит. При муженьке-то супостате не то что петь, слово лишнее молвить страшно было. А ведь какой была раньше. Ах, Елена Ивановна, Елена Ивановна, есть что вспомнить. Любовь не всегда наслаждение, не всегда улыбнется она. Порою в ответ на томление лишь смеется над сердцем судьба. Но все ж не любить невозможно, и счастье, коль хочешь узнать, люби беззаветно, безумно. Что было, о чем вспоминать? Любовь, коли изведать придется, станет страсть бесконечна. То мы право все о грустном. Любому нормальному человеку это не понравится. Кстати, вот и он, любой нормальный человек. Лакей Лука, вдовец. Несмотря на умудренность жизненным опытом, сохранил не только умение удивляться на окружающих, но и наивную тягу к поэзии, коей в затемненное время суток спасается от бессонницы.
тихо, как ему кажется, мурлычет вирши собственного сочинения на народную, как ему думается, музыку. Если был бы я поэтом, я бы вас воспел, о боги! Если был бы я атлетом, я бы имел большие ноги. Если был бы я атлетом, я бы имел большие ноги. Я бы имел большие ноги. Если был бы я почмейстер, я бы марки продавал бы. Если был бы капельмейстер, я бы день и ночь махал бы. Если был бы капельмейстер, я бы день и ночь махал бы. Я бы день и ночь махал. Если был я дворянином, я бы носил картуз с кокардом. И, гордясь дворянским чином, вечно шлялся по ломбардам. И, гордясь дворянским чином, вечно шлялся по ломбардам. Вечно шлялся по ломбардам. Если был бы я помещик, я б соседями судил. Промотал бы дом и вещи, и, наверное, бы застрелился. Промотал бы дом и вещи, и, наверное,